Наш Батько, учитель истории школы номер 7 города Сальса. Более 20 лет я занимаюсь любимым делом – краеведением. Являюсь руководителем краеведческих кружков, край, в котором мы живем, Польск, Истоки. Увлекаюсь искусством, люблю музыку и путешествия. Стараюсь делиться со своими учениками тем, чем интересуюсь сама. Считаю, что занятия историей родного города, края, страны формируют у детей гражданские и патриотические чувства, бережное отношение к культуре, показывают связь между содержанием учебника и окружающей действительностью, дают возможность почувствовать себя полноправными участниками исторических событий. Наши изыскания всегда получали высокую оценку и занимали высокие места на муниципальном, областном и федеральном. Это, конечно, значительные, но далеко не единственные результаты нашей деятельности. Самое главное, считаю, это то, какой отклик находит в детских душах обращение к истории своих предков, своим корням. Какие вызывают мысли, чувства и эмоции. Важное место в наших изысканиях занимает военная тематика. В последнее время эти вопросы приобрели особую остроту. В связи с 75-летием юбилея победы в Великой Отечественной войне усилился шквал небылиц и передергиваний фактов. Поэтому вопрос, почему важно помнить о Великой Отечественной войне, является современным и актуальным.